Здравствуйте или добрый вечер. Вот решила заняться ондатрой. И вот по такому принципу, как бы сказать, на плотиках. Тут наделал плотиков. И будем пробовать сейчас капканы. Ну, проходным капканом будем пробовать, не нарушая законы, как говорится. Будем всяких сортов. Ну, свердловские, по-моему, кировские тут у меня есть. Сейчас вот попробуем поставить. Примерно вот пару штук вот таких поставим. Просто с насторожкой. Такой насторожкой поставим. Вот несколько капкан столиков. И посмотрим, что у нас получится. Приехал тут на озеро поставить. А на озере воды уже о-хо-хо. Думаю, хоть что видно будет. Ничего не видно. Все затопило сильно. Ну, черт с ним, поставлю. Все равно приехал. Раз попробуем поставить. Воды, конечно, очень много. Что получится, посмотрим. Вот так вот ставлю капканы на ондату, на плотиках. Так, метров через... Ну, через 30 ставлю плотик. Там, где... По краю вот травы все ставлю. Где там. Вот, думаю, надеяться. Ну, конечно, надеяться сильно нет. Надежи. Ну, будем надеяться. Вот я поставил тут эти два капкана. КП 120-х кировских. Так вот. Тут вот поставил две пары, наверное, этих капканов. Березовские. Со следовой насторожкой. Там где-то, по-моему, там дора. Или что там? Сломалась. Там, по-моему, у меня эти стоят. А, с одной пружиной стоят. Капканы доры березовские. Вот сейчас всяких сортов капканов поставлю и будем смотреть, что как лучше. Что попадет. Как осталось мне всяких сортов. Интересно самому. Вот сижу тут, наблюдаю, вот тут уже ондатры плавают вдоль берега. Сейчас посижу, вот схожу, посмотрю, думаю, что тут булькает, это булькает и булькает. Вот смотрю, ондатры тут плавают вдоль берега. Где-то за берег заплыла, надо идти. На дошечке, что есть эти плотики, надо поставить тут. Раз плавают, значит, может попадут еще. Тут сейчас посмотрим, вот уплывет откуда. Там где-то хлюпается, здорово хлюпается. Там хлюпается непонятно так. Наверняка ондатры. Вот там какая-то зверюга плавает. Ондатра тут есть, все равно. Думаю, что и немало, никто тут не ловит ее. Сейчас вот стоял, вот, ну, проплыла сюда куда-то в кусты. Больше не знаю куда. Потерялась куда-то. Там на реке кто-то плывет, похоже. Куда-то плыл, волны были куда-то. Потерялись. Хлюпается тут с всех сторонах, вот там слышно далеко, сейчас тихо стало. Вот там туда заплыл, думаю, что туда, в траву. Вот постоим, посмотрим, может что-нибудь интересное увидим. Сейчас пока надо, сегодня сильно стемнало, хоть пару плотиков поставить сюда, все равно тут бандаторы плавают. Ондатры полно, везде плавают. Какой пароход.
Она плывет в сторону моей ловушки. Вот еще одна андатра догоняет. Уже крупная, хорошая андатра. Все плывут вдоль берега, то ловушки. Сейчас пугнут, приплывет. Вот, доброе утро. Снова как день, второй день. Иду проверять капканы на андатру. Конечно, что-то тут вот не сработало. Андатра тут не походила. Так, это сейчас. Там вроде оба капкана стоят. Так, способ, наверное, этот не сработал почему-то. Пока не знаю. И там он андатры сюда не попали. А почему так, не знаю. И не работает зачем-то. И не нажили андатры, или что-то боится она и тут. Может, там еще у меня стоят. Сейчас пройду, посмотрю. Так, этот что-то метод у меня сегодня не сработал. Ну, может, погода не было дом. Ночью дождь шел-то. Ну, плавали сколько-то андатры. Ну, что-то не сработало. Ну, оставим еще на сутки. Посмотрим, что как сработает. Так, эта методика капканов у нас сегодня не сработала. Андатра ни одна не попала. Так вот. Ну, оставлю, черт с ним. Еще на сутки оставим, посмотрим, что у нас сработает, не сработает. Ну, так должно бы работать нормально. Этот метод я уже думаю испробовать который год, все никак не могу собраться. Вот попробовал, похоже, все это так почему-то не работает. Ну, должно. Так вот, второе утро проверки этих капканов. Вчерашнюю ночь поливал дождь целый день, всю ночь, то есть. Сегодня с вечера дождь, ну как сегодня всю ночь, дождь поливал как из ведра. Утром погода хорошая. Вот идем проверять капканы. Все сработало, не сработало. Так вот. На этом месте. Я не могу понять, что там такое. Плотик зачем-то перевернулся, что намокает так, похоже, все намок. Зачем его так перевернуло? Воды уже полно. Так, не сработало. Зачем-то он на бок так. Опа. Намокает, значит, доска намокла. Переворачивает, похоже. И там все, смотрю, там ровно доски стоят. И андатры даже нет. Так что этот метод не работает. Так что убираю. Что-то намокает, что-то переворачивает. Без доски. Вверх ногам переворачиваю. О, намокло. Так вот, подхожу к одному, как сказать, площадке к одной. Я вообще наткнулся, тут только тонула она. Напиталась воды и ушла. А, это вода прибыла. Вода прибыла и кол. Вот сколько воды прибыло. Сантиметров на 10, наверное, за ночь воды прибыл. Я думал, сработало. Ни хрена не сработало. Вот так вот. Делал несколько
как бы сортов капканов ставил. Так вот. С педальной насторожкой, с усиком. Это кировские КП-120. Вот. Трех сортов ставил капканы на столики, на эти, на площадки. Ничего у меня тут не сработало. Скажут, как капкана ловить. Ловить я андатру знаю как, но мне было интересно поймать андатру на чистых местах, на таких, где вот она плавает. И так ничего, эксперимент не сработал. Или погода плохая была, или андатры тут нет. Поблизости, может, не плавало. А все равно, где андатры, ну, количество андатры, что были. А сейчас непонятно. Вот проплывали, пару штук видел, несколько штук проплывали. Ну вот, надо все равно где-то ближе к норам ставить или что вот. Может, тут они будут вылазить где-то так. А так неизвестно, куда я поставил. Может, тут я поблизости приплывала откуда-то, может, тут я поблизости и нет даже. Ну, за всю ночь, может, рядом не проплывала. Вот. Потому что сейчас ничего не понятно, а так надо ставить, чтобы, ну, наблюдать, где андатор есть, где плавает, где их пути, их дороги. А так только испортил доску. Хорошую доску, доски испортил. Ну, это еще не факт, что не ловится. Я думаю, должно ловиться. Вот эти доски сейчас намокли, их надо просто привезти домой, положить куда-нибудь в теплое место, на печку или сложить. И они все просохли, и потом обжечь их. Они обожженные, не будут так намокать сильно. И думаю, что работать все равно будет. Так что вот, вот такие вот дела, они сработали. Все равно где-то андатор был засунул, залез, она зверек без путы. Лезет сама не знаю откуда. А тут ни одной сработки не было. Не сработало, не сработало. Вон, ну пока, ну посмотрим, вот андатру половим, скоро уже вон с неба все чистое встает. Может уже холода начнутся. Будем подо льдом мордами ловить, все равно если желание будет. Ну и так половим капканами. Так что ладно. Так вот, эксперимент не удался, но все равно попытка была. Там что-то так, ветер или андатор или плавал. Не видно, сейчас волны идут. Ветерок. Так, ладно. Смотрим дальше, экспериментировать будем, что интересно. Ветер какой-то.